Вот продолжаем сегодня 24 сентября. Таскаем сегодня тыкву с нашего огорода. Вот Игнатий начал уже остатки дотаскивает. Последние две. Там Никита несет последние тоже. Да мы обычно в печке тушим. Ой, да, дощечка оторвалась. Какие штаблеты. О, вот наш саманный домик. Вот внутрь мы занесли его. Тыкву. Там, говорят, завалили все. Я сорвал. Поливал. Так необычно было. Это для всех, что я занимаюсь этим. Но это я не знаю, наша газель-то потянет или не потянет. О, это крючок. Все сцепляется за мои заплатки-то. Еще одну заплату. Это набрали что у нас? Этот. Гороху. Гороху голубям. Мочить, дробить, вот сколько. Все, давай, заказ. Закрывай. Посмотри-ка. Вот это вот сюда. И вот штырь. Штырь какой? Ну видно, вот лежит. Почти больше толще пальца. О! Все на этом сегодня. Так, еще помидоры собирать. Палатки-то надо забрать тогда, они тут не нужны. Нет. Забирай две палатки, которые сегодня я принес. Выходи. О-о-о-о-о. Тут что же не прибить-то это? Первый раз я вижу, что тут доска такая. Все. И подпираем. И уходим. Во славу Божию. Я Алексею дал газеты на растопку. Вон его окошко красное. Все, уходим. В темнота, видать, ничего не будет.